Hello everybody. My congratulations on the sister city anniversary between Grants Pass and Ruptovsk. To begin with, I remember the 80th of the 20th century when this friendship began. As you know, every big journey begins with the first step. And it was Cindy Patterson who made this first step. There were many, many meetings with Ruptovsk citizens, and I saw tears on the people's faces because they realized that Americans and Russians were the same. And it's wonderful that today more and more people are involved in this process. We are grateful to the sister city committees who do their best to make our world the best place to live, to expand the boundaries, and to give people opportunities to learn cultures of Russia and the USA. I remember all of you, and I follow social sites and see all the achievements of the sister city committees. I love you, and I wish this friendship to last for many, many years. На русском. Привет всем, здравствуйте. Разрешите мне поздравить вас с годовщиной дружбы между Гранспасом и Рубцовском. Я помню, когда в конце 80-х годов Синди Паттерсон приехала в город Рубцовск в первый раз. Как вы знаете, каждое большое путешествие начинается с первого шага. И именно Синди Паттерсон сделала первый шаг. Было много-много встреч, и многие люди плакали, потому что они поняли, что простые люди России и США одинаковы, что у них одни и те же проблемы, и что мы можем дружить, и что мы можем обмениваться делегациями. И мы очень благодарны членам комитетов городов-побратимов, потому что именно они делают все возможное, чтобы расширить границы, чтобы дать людям возможность узнавать культуру и России, и США. Я желаю, чтобы наша дружба продолжалась многие годы. Я помню каждого из вас и вижу фотографии в социальных сетях. И надеюсь, что эта дружба продлится многие-многие годы. Люблю всех вас. До встречи!